рамках ознакомительного визита Казанский федеральный университет посетила делегация из Мьянмы. В состав группы вошел глава Временного правительства республики, старший генерал господин Мин Аун Хлайн, а также лучшие выпускники университетов страны. В России я впервые. Здесь очень красиво, архитектура невероятно лаконичная. Все аккуратно, без излишеств. За эту поездку узнал много нового о местной культуре. Вопрос образования в Мьянме является одним из важнейших. В период военной диктатуры с 1997 года в течение 12 лет все вузы в стране были закрыты. К работе они вернулись лишь в 2011-м, после смены направления государственной политики. Делегация за время своего визита в Казанский федеральный университет посетила музей истории КФУ, императорский зал и мемориальные аудитории. Помимо этого, гостям были представлены основные направления деятельности университета. Мы говорили вам, что Казанский университет является одним из старейших университетов на территории современной Российской Федерации. 19 лет был летом расцвет университета. Здесь происходили большие открытия, они были связаны с открытием единственного открытого в России элемента химического рутения. Были большие открытия в сфере медицины, в сфере востоковедения, в сфере физики, химии. В 20 веке на базе университета создавались отдельные университеты, например, авиационный институт, медицинский институт, химико-технологический университет. Это все сегодня самостоятельный университет, который проводит в Казани. Но ранее был составной частью Казанского. Ранее глава Мьянмы встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.